С визитом в Ставрово приехала комиссия департамента ЖКХ. Чиновники инициировали проверку после ряда сюжетов нашего телеканала. На улице Комсомольской недовольство жителей достигло своего пика. Еще в августе мы рассказывали, что люди жалуются на перетоп в квартирах. Поставщик тепла не соблюдает температурный режим, а жители из-за этого переплачивают за тепло и горячую воду. К этой проблеме добавилась еще одна – недоделанный ремонт придомовой территории. Мы, в общем, собрали все документы, что надо, протокол выставили, какие нам работы нужно были сделать. Но, однако, нам, как видите, ничего не сделали практически. Вот муниципальную дорогу немножко заровняли, и все. Этот вопрос администрация поселка будет решать с подрядчиком в судебном порядке. Материалы для иска уже подготовили. Взяли на контроль и проблему перетопа. В ближайшее время будет создан проект реконструкции центрального теплового узла, который полностью должен избавить жителей от переплаты за избыточное теплоснабжение. А также... Завтра глава администрации сказал, что мы встречаемся с ресурсоснабжающей организацией для сверки на наличие перетопов. Я думаю, что жители могут рассчитывать на перерасчет в этом отопительном сезоне. А у 10-го дома на Комсомольской комиссия оценивает благоустройство территории. 26 октября мы уже рассказывали о качестве ремонта дороги и тротуара в этом дворе. Полотно на пешеходных дорожках неровное, а к тротуару рабочие приладили старый бордюрный камень. Жители таким качеством работ недовольны. Нам, в принципе, не нравится, как сделали тротуар. Вот посмотрите, очень кривой, неказистый, не какой-то кусковой вышел, такой не цельный, а кусковой. И сейчас у нас просто еще немного денег осталось от этой государственной программы. Мы хотим ограждение сделать. Когда делалось, все было так. Вроде и больших вопросов не возникало, больших проблем не возникало. То есть есть проблемы. То, что мы их услышали сегодня, попробуем делать то, что помочь. И, в принципе, привести так, в соответствие те незначительные штрихи, которые не доделались. Комиссия во главе с первым заместителем департамента ЖКХ все вопросы жителей взяла на контроль. А также обязала администрацию поселка пристально следить за наказами людей и согласовывать с ними все работы. По итогам проверки чиновники признали, что в работе местной администрации есть нарушения. Проблема самая основная – это несогласование мнений администрации и жителей. Жители хотят одно, администрация принимает решения, которые жители не готовы принять. И поэтому вот опять жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением. Теперь люди надеются, что под контролем чиновников департамента все недоделки наконец устранят. Константин Миронов, Александр Мажаров, 6-й канал.